Друзья, кончилась память на самом интересном месте. Продолжаем розыгрыш. Остался у нас главный приз — банка протеина. 41 человек у нас участвует. Так, ну что, ставим циферку 41. Ну и давайте. Раз, два, поехали. 21 номер. 21 номер — это Влад Гудин. Так, ну давайте проверим, соблюдены ли были условия правила. Так, смотрим. Репост записи сделал на свою страницу. Теперь давайте проверим, вступил ли он в группу. Так. Ага. Группы. Спортивные соревнования. Люди. Проверяем. Оп. Да, Влад Гудин. Тюмень. Занял у нас первое место. Итак, друзья, вот наши победители. Влад Гудин занял первое место и выигрывает банку протеина. Банка протеина у нас поедет в Тюмень. Ну, мы отошлем ее за свой счет. Виолетта Александровна выигрывает у нас турник, город Новороссийск. И Владимир Осипов выигрывает у нас экшн-камеру. Из какого города он? Из Тольятти. Так что поздравляем всех победителей. Да, небольшой сюрприз, кстати. Я здесь выписал 1, 2, 3, 4, 5 участниц. Это Марина Филипенкова, город Смоленск. Дальше Елена Житушкина, Карпова, город Смоленск. Дальше Анна Кенденкова, если вдруг неправильно поставил ударение, тоже город Смоленск. И Светлана Юлия Громак, город Вязьма. И Светлана Павлова, город Смоленск. Все вот эти люди, 1, 2, 3, 4, 5, получают по одному бесплатному билету, так как, судя по комментариям, они очень хотели попасть на фестиваль. Всех еще раз поздравляю. Заходите в нашу группу о фестивале. И буквально завтра стартует новый конкурс. Всем пока!